Герб, флаг и гимн – главные атрибуты любого суверенного государства. Они отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения народа. Окончательно национальные символы Беларуси были установлены на референдуме в 1995 году. Еще через некоторое время определилась и дата их чествования. В 2018 торжества прошли 13 мая. От всей души вещаю вас со святом державной символики. День державного герба и державного стяга Республики Беларусь – это урочистость соправных патриотов. А без патриотизма нема громадянина, не існує державности. Згодитесь, менавіта державная символика об'єднала нас в одну великую згуртованную семью. И она наполняет людские сердца гонором за принадлежность до белорусского народа с его отметной и богатой историей. А самые важные каштовности, идеалы белорусов – это любовь до отчины, импенение до свободы, справедливости и створальной працы на своей земле, желание жить в мире и сгоде в огульном белорусском доме. Один из ключевых моментов церемонии на площади Ленина в Бресте – вынос и поднятие флага. Торжество собрало вместе тысячи горожан и гостей областного центра. В руках у многих флаги Беларуси или шарики в цвет национальным атрибутом. По Бресту как будто разлилось красно-зелено-белое море. В праздничном строю представители ни одного поколения – и ветераны, и молодежь. Такие даты объединяют, сплачивают народ. Это очень важное мероприятие. Я чувствую огромную ответственность, участвуя в нем. Я считаю, что такой праздник должен существовать, потому что герб и флаг – это основные символы нашей республики, и они показывают нашу свободу, независимость и национальное достояние. Конечно, красивый. Ну как можно сказать? Это действительно, вон, посмотрите, он и зеленый, и белый, и красный. Это все сочетание цветов, которые вот символизируют, именно отражают суть нашей вот республики. Это все хозяйственное, это наша революционная и наша самобытность. Республика Беларусь, она небольшая. По сравнению с Советским Союзом гораздо меньше. Но имеет свой суверенный флаг, имеет свой герб. И мы этим гордимся. Я в вооруженных силах Республики Беларусь служил много лет. Вот. И поэтому я горжусь этой страной. И мои дети здесь выросли, и внуки. Поэтому этот День флага и герба – это наш государственный праздник. Герб и флаг – символы независимости. Они передают историко-культурное наследие народа, подчеркивают национальный дух. Радует, что для современных белорусов это и правда национальные символы, которыми гордятся и которые почитают. Анастасия Стравко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.